И снова здравствуйте, всем привет! В этом ролике хочу сделать Человека-паука и потом еще переделать Халка своего старого под анимацию. Ну, словом, сделать персонажей Марвел для проп-анимации. Там Халк, потом еще будет, вот я раньше делал, как его там называют, Доктор Стрэндж, его переделаю. Ну и все это дело, конечно, будет выкладываться под роликами, кому надо. Качайте, делайте какие-то мультфильмы, анимации. Ну, такая штука, короче. Объяснять, как лепить персонажа, не буду. Задумка такая, значит, Человек-паук без маски, с головой Питера Паркера. И, значит, паук в этой маске. Вот такая вот пока задумка. Так, что еще? Повторюсь, объяснять не буду, как я буду все это дело делать. Много роликов, посмотрите именно на канале Скульптис Альфа 6, как я все это делаю, потом The Brush. Ну, все есть. Особенно, если вам надо сделать какого-то персонажа, посмотрите плейлист именно Медик вот, из игры. Там именно от болванки головы и полностью до тела и постановки в позу. Так, ну а что я буду болтать именно в этом ролике? Ну давайте посмотрим сообщение. Итак, написали мне под роликом. Хотелось бы увидеть ваше взаимодействие с аудиторией. Можете записать видео, где вы будете оценивать работы подписчиков. Сразу говорю, что я оценивать работы подписчиков не могу. Для меня все работы, потраченное ваше время, ну это любая работа, она как интересна в своем духе, да? Даже если эта работа, ну, сделана просто новичком, она все равно отдает именно вот этим, как азартом, старанием, все это дело чувствуется. Да и дело не в том, какая у вас модель, а дело в том, что вы стараетесь что-то понять, это учеба. И если вы будете думать, а у меня не получается, ну, это будет только мешать именно для дальнейшего, так сказать, роста. Так, прямой эфир. Прямой эфир я тоже не могу сделать. Я пытался, кто следит за моими роликами. Я делал именно лампу Pixar. Пробовал вести стримы. Да, это хорошо. В прямом эфире ты пишешь, и все это дело закидывается. Тебе не надо монтировать, что-то там, как сказать, вырезать. Все вот сразу закидывается, все можно смотреть. Но у меня слабый интернет. И это дело у меня где-то на 20-й минуте может вылететь. Поэтому, ну, чтоб не искушаться, так сказать, или какое-то слово. Ну, словом, не получается пока. Если будет у нас скорость интернета чуть постабильнее, тут все пляшет, то упадет скорость, то поднимется. Поэтому нехорошо. Так, или можете расскажите, как стали 3D-шником. Ну, это вот, пожалуйста, сейчас буду лепить, и как раз будет тема, как вообще я пришел к скульптуре. И так далее. Может, кому-то будет интересно. Так сказать, биографическая повесть. Так. А то просто клепаете видео один за одним, как на конвейере. Ну, сразу скажу, здесь на этот вопрос сразу вот будет отвечено в том, что я буду рассказывать. Ну, просто пока у меня есть время, азарт. И мне это просто нравится. Я все, что делаю, и тут же пишу, и для вас, и для себя. Ну, не зря прожитый день, так сказать. Ну, погнали лепить Питера Паркера. Итак, вначале любимая моя Скульптис Альфа 6. Немножко тут расскажу, что я сделаю. Я просто так поставлю болванку. Болванки у меня именно с The Brush. Могу, конечно, и со сферы с нуля. Ну, кто видел, знает. Но это слишком долго. И я
как говорится, могу, ну, значит, уже научился, и мне сейчас это дело не интересно. Вот пока я пользуюсь вот такими болванками. Итак, погнали. Подключаем сюда, значит, нашего Питера Паркера, какую-нибудь его фотографию. Я тут наштамповал несколько, буду их менять. Так, ну нужно, чтобы более-менее так понятно было, да? У него интересный типаж такой лица. А ну-ка, вот это. Ну, вот с этим делом мы будем работать. Так, у меня скриншот, и получается, что не всегда я попадаю под размер именно нормально вот этой, как сказать, окна. И чуть-чуть бывает лицо то вытянутое, то сплюснутое. Но это не суть вопроса, главное черты лица и немножко все это дело смотреть. Так, погнали. Итак, как я пришел, значит, к 3D, да? Ну, родился же я в СССР, и кто вот родился в СССР, знает, что это, как сказать, мало красок, все игрушки квадратно-гнездовые, все как-то неинтересно, да? И получается, тут у нас 90-е. Я раньше рисовал. И так, вот это у меня отключено. Раньше я любил рисовать. Ну, рисовал, что, палка-палка огуречек со школы, там, что-то на уроке рисования. Было мне неинтересно, потому что кто-то рисовал цилиндры, кто-то рисовал квадратики. Ну, это, так сказать, не очень есть гуд. И потом, получается, у нас пошли комиксы. Сначала в 90-е пошли комиксы именно, как это называется, Союз Печать. Во, Союз Печати продавали у нас такие вот утиные истории. Это уже были 90-е начало. Там все красочно, красиво. Тут пошел Уолт Дисней по телевидению, значит. Все бежали, пацаны, смотреть именно вот эти Чип и Дейл, утиные истории. Музыка, все, ну как новинка. Класс, Йохан и Валет. Там впечатления, я до сих пор их люблю. Чудеса на виражах. Другой мир. Там сказка, там грязи мало. Ну, словом, затянуло меня это дело. Начал я все рисовать Уолт Дисней, утиные истории Скрудж Макдак, Чип и Дейла. Ну, потом, конечно, много сыграла роль вот эти фильмы Уолт Диснея. Прикольно все было. Классно. Рисовать было не на чем, в основном, ну что, тетради, ручек, фломастеры стоили, не знаю, как плеер. Не каждые родители позволяли себе купить фломастеры. Они быстро высыхали, и получается, что все брали одеколон тройной, капали, получалась гадость, все это по бумаге как-то текло. Ну, нравилось, красочно все-таки. Не абы. Потом, получается, уже когда я научился рисовать, в основном, ну как рисовать, срисовывать, книг как таковых, информации вообще ноль. Где-то что-то в журнале, где-то что-то бубльгум и так далее. Находилось, как-то береглось, хранилось. Это вообще другая история. Тоже интересно было словом. Так, тут так вот нос. Нос у него немножко остряком. Ну, а потом что? Мода на бодибилдинг.
Все стали качаться, кто-то стал карате там ногами махать, тут Брус Ли умирает и так далее. Короче, информации очень много. Все ее так красиво, как вот подают в роликах, не получается. Ну, как могу уж, да. Следом армия. Прихожу я в армию. Ничего такого хорошего, конечно. Не, ну, армия нужна. Нужна, конечно. Очень много друзей встретил. Узнал, что такое взаимовыручка. Здесь вот на гражданке этого нету. Тут каждый норовит тебя обмануть, подставить, у тебя украсть. А там потерял ты, допустим, портянки, а не знаешь, где взять. Ну, кто-то порезче, кто-то послабее, да, не духом, а просто воспитание. Воспитание тоже подляну многим сделала вот эта советская власть. Отцы у кого-то не занимались, им некогда было, они в основном работали. А когда работаешь, устаешь, начинают встречаться, чуть-чуть выпить. В основном матеря нас воспитывали. И вот результат того, что вот сейчас есть в нашей стране, это воспитание женщин. Девочка слабая, со всеми здоровайся. Ну, кто жил, тот знает. Все это с годами, так сказать, впитывается как губка, потом очень трудно от этого отойти. И на этом, кстати, погорело наше государство во многом. Это лично мое мнение. Воспитание получили неправильное. У тех, кого родители более-менее там бухали, дома скандалы, они поняли, что жизнь нужно брать все и сейчас, потому что у них не было каких-то даже конфет, зависть, ну не зависть, скорее всего, обида. Многих, много таких людей было, да, не есть. Сейчас тоже кто-то на власть обижен, кто-то обижен еще на что-то. У нас обида прет рядом с нами. Ну а у многих сейчас много зависти. Гадкая черта. Завидуешь, пойди возьми, сделай что-нибудь, чтобы у тебя тоже это было. А вот это сидеть, у тебя есть, у меня нет, ай-яй-яй. Ну, а человек на севере, возможно, с севера не вылазит, чтобы купить там машину. Кто-то там бизнесом каким-то старается заняться, во всем себе отказывает, покупает материал, потом через сколько-то лет начинает его труд приносить ему вот эти вот, как сказать, плюшки. Ну, а вот эти, кто нифига не делал, говорит, ага, ворует где-то что-то. Тоже это есть. Случаев много, случаев валом. Кому-то да, кому-то все давалось легко, дается легко, детям каким-то там, не знаю, предпринимателей. Они уже не те, что отцы. Они как бы жаднее, что ли, к людям относятся, как к быдлу. Ну, это тоже, конечно, присутствует. Есть нормальные, не без этого. Всех под одну гребенку, конечно, гребсти нельзя. Тут и от семьи зависит то, что заложил отец с матерью. Денег может быть валом, а шика нету такого. Ну, словом, сколько людей, столько вариантов. На эту тему тоже слишком судить не получается. Осуждать. Ну, у нас у каждого жизнь, у нас каждого есть за что судить. Даже если вы праведник, если вы чуть ли не христианин, там полный в церковь, каждый день ходите молиться, и то у вас есть свои черти. Ну, не знаю,
Вот такие вот размышления. Ну и тут я иду в армию. Возможно, история будет плясать, так что извините. Иду я в армию, значит, государство забирает. Пошел я, кстати, сам. Ходил в военкомат, чтобы меня забрали, вплоть до того, чтобы уйти именно с Маханки, с нашей. Запретили мне приходить, пускать меня в военкомат. Ну, так. Ну, а потом пошел в армию, там одна часть, вторая часть, третья, десятая. И попадаю я в другой, в полк, а там у нас художник. Ну, а что, дом культуры, причастие. Рисовал он классно. В Осетии, кстати, это дело было. Ну, а я туда как-то бегал к пацанам. Ну, он узнал, что я рисую, попросил там что-то нарисовать. Не помню, что я там ему нарисовал. Что-то не столь важное. Ну, он поглядел. Вроде бы забрал меня как бы в клуб. Ну, как я был причастен. Он меня забрал в клуб, а сам редко появлялся. Ну, тогда 90-е, все бухали, я так понял. Он приходил как-то наплывами. Мы там делали какие-то там задачи поставленные, там не столь важные, опять же, возможно, и ненужные. Ну, вот я у него посмотрел, как он рисовал, потом как он лепил, значит, герб вот этот двуглавого орла начальнику в кабинет. Из глины. Красота неимоверная. Ну, вот там я и заболел. Еще, кстати, в Осетии, что интересно, статуи, терек, фотографии посмотрите. Очень там красивые места. Со скалы такой. Всадник прям из бетона, по-моему, он сделан. Где-то вдоль дороги. Я уже забыл, что это за район, куда мы ездили. Ну, проездом так мельком увидел. Ну, тоже как-то затянуло. Львы возле этого, где ЦУМ, где у них там мост, вот этот вот, где терек. Тоже красота, мощь. Старая архитектура, вот старый у них. Стадион у них там вообще бомбовский, старый. С барельефами, вот этими всякими штукенциями. Завораживает, короче. Ну, я у него взял глины и начал лепить. Ну, опять же, это все дело выпиваючи шло. Бутылочка водочки втихаря, где-то что-то, картошки в банку трехлитровую, бурбулятор. Ну, а мне что-то захотелось сделать пепельницу. И чтобы когда бычок не затушенный кидаешь, с глаз дым шел, череп, короче, и с глаз дым выходил. Ну, я не знал, как что, а у него глина стояла. Ну, я взял, вылепил и сырую глину поставил сушиться, значит, на обогреватель. Ну, и через какое-то время он пришел, конечно, это все полопалось. И он говорит, а кто делал? Ну, я говорю, я думаю, сейчас все, кирдык. Скажет, какого фига ты ее брал? Нет, он говорит, нормально, говорит, но только сырую глину никогда сразу сушить нельзя. И, короче, он тут опять пропал. Опять он куда-то ушел. Может быть, уволился, а может быть, в запой. Ну, а тут события. И, короче, я его больше не видел. Но отпечаток он, конечно, заложил хороший. Ничего не делая, в принципе, такого не уча, ни нравоучения, ни обучения, просто посмотрел, и все, уже у тебя что-то окнуло. Ну, потом приехал домой,
И так я загорелся лепить. Никогда не лепил я, в принципе. Начал искать информацию. Информации никакой. За исключением, что открылся через сколько лет у нас книжный магазин. И там вот какие-то книги попадались в основном, что ну каменщик, штукатур. Тут я мужиков встретил. Тоже они закладку хорошую дали. Я не хотел, конечно, ну что, молодой. Хотелось отдыхать, компании, бухать. Где-то какие-то события, радость, ну, словом. Ну, вытянул у меня Степаныч на шабашки. Хорошо платил, кстати. Все четко, без обмана. И вот так потихоньку я заболел строительством. Штукатурка, он вообще по бетону. Ну и штукатурил, ну классно, короче. Мастер своего дела. Ну, мне это дело понравилось. Не сразу, конечно. Ну, такие дела. Работал я, потом уволился. И получается, как-то ж надо жить. Работа-то, в принципе, как была. Но там платили, там не платили. И нужно было что-то придумывать. Ну, и решил я пойти по шабашкам. Пошел по шабашкам, вроде сначала боялся, а получится, не получится. Ну, у каждого это все есть. А потом, когда стало получаться, стал уже как-то свое придумывать. Хотел колонны делать, фонтаны, водопады, ну, чтобы, так сказать, Владикавказ, город стал Владикавказом. Ну, никому это не надо. Ну, пару львов сделал там, пару фонтанов таких простеньких. Вот так вот. А лепить-то хочется. Что-то оно засело сильно, это дело. Ну, а тут развод. Уже интернет более-менее пошел, информации стало побольше. Времени валом, пить. Ну, пить это неинтересно. Но можно выпить. Так, чисто для расслабухи. Так сказать, обнулиться. Чтобы голова отдохнула. Мозг от думок всяких. Ну, а тут вот она. Скульптрица Альфа 6. И так она меня затянула. Стал я в ней лепить, балдевать. Мне начали писать уже тогда, я на сайтах разных стал выкладывать работы. Это значит, как же он, Демиарт, вот, Демиарт там еще где-то. Много где, короче, уже не припомню, одни коды остались. Пишут, давай в ZBrush. Я говорю, зачем в ZBrush? Мне и тут, в принципе, хорошо лепится. Одна девчонка, по-моему, или пацан в DemiArt написал, ну, значит, роста мы не увидим. Думаю, какой рост? Что там за ZBrush? Что там за эдка программа тоже? Зашел чисто для интереса. Ну, сначала тяжеловато, там вот эти ZRMesh, DynaMesh. Черти, где это искать, для чего это нужно, что эта функция делает, когда ее в какой момент применять. Ну, короче, освоился вроде бы. Ну, а когда изучаешь, когда уже получается, это уже автоматически, как на лесопеде, что ли, ездить. Ты уже лепишь и, в принципе, не думаешь на автомате. Ну,
Информации-то много. А что с ней делать? Всех блогеров, всех вот этих, все страницы не запомнишь. Надо что-то этакое делать. Ну, решил сделать канал именно для чего? Для конспекта. Чтобы потом, знаю, что забуду, потом не найду, когда надо будет. Ну и вот, сделал я канал, короче. Первые ролики, кто глядел, конечно, там ужас, но я их не удаляю. Ну, что, все-таки память. Все-таки память. Как это все дело начиналось. Ну, сейчас вроде бы канал, не знаю, ну, как сказать. Вроде бы информация собрана, она мне самому помогает. Где-то что-то куда-то зайду, а забыл. Хоп, помню, как называется, зашел, посмотрел. И уже что-то сделал, что-то получилось. Так, вот у него скосом вот эта челюсть, интересно, как-то скос у него идет. И уши у него, вот, они-то у него пухлые, у персонажа, выданы вперед, но уходят туда. Вот эти части уходят вот сюда. Так, ну вроде бы с этим делом попал. Но у него как-то нос острее, что ли. Так, значит, вот эту часть дальше отводим. Скула у него вперед такая поданная. Так, эта часть у него идет на срезку. Здесь у него кадык. Вроде бы шеи поймано это делаем. Так, вот здесь вот чайник все равно большеватый. Так. И вот так я, значит, начал вот это все дело делать, лепить. Если говорить, что вот кто может заниматься 3D, если вы посмотрите на блогеров, да, есть, которые женаты. Там, видать, понимание в семье или прибыль перекрывает молчание жены. То, что муж лепит, ведет стримы, дети убираются там. Ну, бывает, кричат там, в кадр, да, попадают. Ну, интересно, ничего тут такого нет. Но если у вас есть жена, есть дети, то вы будете только пахать, потому что постоянно что-то куда-то надо. Постоянно нужны деньги, постоянно какие-то проблемы, постоянно вы будете в ее глазах заниматься херней, вместо того, чтобы обеспечивать, так сказать, счастливую жизнь ей и ребенку. И у вас времени налепку не будет вот на эту. Вы или уставать будете, или уедете вахтой куда-то. Словом, это не ваше. Единственное, что вы к этому можете прийти на пенсии или развестись и заниматься любимым делом. Ну, как говорится, третьего не дано. Или вам вот это все дело будет приносить какие-то деньги, что семья будет молчать. И будет, наоборот, вас толкать быстрее, побольше, давай. Делай, значит, денежку, папочка. Так. Ну, а я считаю, что прибыль, любимое дело должно, конечно, приносить.
Ну, не так, чтобы любимое дело продавать как-то, подавать не так. Ага, мне нужны деньги, давайте быстрее, подписчики, кидайте донаты. Вот. Донаты это не, неплохо, конечно. Сейчас, возможно, кто скажет. Донаты это хорошо, да, для развития каналов, да. Но многих денег нет. Кто-то хочет выйти на более серьезный уровень, да. Это хорошо, если спонсоры есть. Ну вот многие в интернете просто кидайте, кидайте, кидайте донаты, помогайте, помогу, давай, ага. Да я бы говорю и не против кинуть. Не против кинуть, конечно, помочь человеку, когда они, так сказать, присутствуют. Свободные такие валюты. Ну, а всегда нужно рассчитывать только на себя по жизни. Не прилететь, как там, в голубом, синем, фиолетовом вертолете волшебник. И на халяву никогда ничего никому не дается. А если дается, то ненадолго. И потом за это надо отвечать. Так вот. Вот такая история, короче. Вот такая история. Так, еще одну картинку поставим. Так, что у него тут получается? Вот здесь лицо приплюснутое, но оно не столь такое именно искажение. Так, здесь у нас что? Клеем накидываем. Так, что у него тут? Брови вот эти. Так, здесь у него офигенный мешок под глазами. Если кому-то интересно, есть такой фильм, называется «Пластилин». Вот там человек, это фильм, я не помню, 80-го что ли года. И вот человек там рассказывает, как он лепил тоже, как он с чего начинал, жизнь свою и так далее. Интересно подано, кстати. Я так не умею. Как-то я, если что-то рассказываю, у меня мысль перескакивает постоянно. Я темы на тему бывает могу очень сильно прыгать. Так. Ну а так я всем рекомендую чем-то заниматься. Потому что жизнь чисто жрать, спать, бухать, это неинтересно. Она затягивает, конечно, это образ жизни становится для многих, но это всего должно быть, как сказать, гармония. Вот правильно китайцы говорят, должна быть гармония во всем. Гармония в работе, гармония в отдыхе. Если у вас это любимая работа, любимое дело, вы никогда не будете ходить на работу. И это правда. Вы никогда не будете ходить на работу, если будете заниматься любимым делом. Но в основном приходится заниматься всякой херней. Вот у нас вот, кто работает, не даст мне, ну кто знает, да, что у нас в принципе работа. Не важно, что ты сделаешь. Ты должен прийти на работу. Тобой должны как бы покомандовать. Результат твой вам на многих работах не важен, потому что
там отмываются бабки, а ты просто нужен, ну, чтобы конторские хорошо жили. Они тебя также обманывают, бухгалтерии, всякие там нехорошие дядьки. Потому что ты для них никто. У них бабло, они крутятся в своем таком мирке. Иллюзорная такая, как халява. Да, друг другу, так сказать. О, мы с баблом и стараются не крутиться в том же, так сказать, как это, окружении. Сначала на коне, потом в говне. Так, что еще? А, во. Думаю, что тут не так? Я вот с подбородком немножко. Вот здесь чуть-чуть. О, вот так закруглить надо. Так что занимайтесь, выбирайте свою нишу, найдите то, что вам интересно, и просто балдейте от этого. Это будет гуд, это будет хорошо. Так, вот эти части у него тоже большие. Вот так, а вот это чуть рот вглубь посажен. Угу. На одной фотке у него губы тонкие, на другой чуть-чуть потолще. Вот тоже фиг поймешь. Так, поменьше. Так, скула. У него тут интересно, она сделана, она как бы потекшая. Значит, что делаем? Вот так все это дело обрисовываем. А теперь берем вот эту флаттен. И вот так все это дело потеком. Так, здесь, значит, что еще у него получается? Здесь у него большой провал. Вот такой у него провал тут. Так, а вот эта часть у него еще пухлее. Вот эта. Она как квадратом идет. Так, подбородок у него. Так, подбородок у него двойной. Ну, не явно, а тут просто покоцанный в боях на это. Вот такой, словом, тип лица. Угу. Так, здесь у него чуть-чуть выгладить. Подбородок чуть-чуть тоже вплюснутый. Челюсть у него по прошлому рефу округленная. Ухи, ухи. Главное, ухи. У него большая, значит, яма. Так, а здесь у него идет выверт. А выверт уже рисуем кисточкой. Опа. Уши у него тонкие. Ну, таких, конечно, прямо вот до таких деталей не надо выделывать, да? Так. Угу. Ну а теперь
смотрим, вот такого быть не должно. Это не есть хорошо. Вот так на вытяжку ухо кидаем. Так, эта часть у него тоже прижатая. А вот это у него как бы квадратом так идет. Во. И вот эта часть втянута сюда. Угу. Здесь у него бугорок. И мочка уха. Она у него прямая внизу. Так, смотрим, на каком уровне у него находятся уши. Уши, значит, по бровям и по носу. В принципе, попало. Так, здесь у него что с носом? Так, нос у него... Так-то он у него островатый. Вот здесь острый. А здесь у него надутый. Ну, вот эти, значит, части чуть-чуть еще больше уведены. Вот так. И вот эта часть тоже больше кверху как бы поддадена. Вот так вот. Ну, а здесь выглаживаем. Так, у него еще переход за счет скулы. Вот этой. Так, здесь у него вот этот переход заполнен. Так, ага. И высоко. Здесь сплющено, возможно. Ну, давайте что сделаем. Это, ну, я-то реф прогонял. Вроде реф правильный. Ну, а так вот, ну, здесь идет меньше над губой расстояние. И как бы это все дело вот так у него, наверное. Угу. Так, теперь... Здесь чуть-чуть еще надуваем. Это я уже в ZBrush доделаю. Так, что у него с носом? Нос чуть-чуть поменьше вот сюда. Так, переносится здесь у него паз. Угу. Здесь у него глаз чуть дальше уходит в глубину. Вот так вот раз. Ну и тут чуть надо, так, вот эта часть у нее слишком большая, чуть ее увести вот сюда вглубь, ну а эту часть чуть-чуть растянуть. Так, глаза, чтобы не были как у наркомана. Так, есть такое дело. Ну вот эту часть чуть-чуть расширим. Вот здесь вот. Она-то у него вроде сплюснутая. Тут чуть-чуть на фотографиях непонятно. Ну, а тут теперь губы чуть-чуть доделать. Шея вроде бы нормальная. У него большой кадык. Это не проблема кадык добавить. Так, здесь тоже ключица. Наметка, это все будет сращиваться, так что здесь сильно внимание тоже накидывать не надо. Так, ухо я еще доделаю в ZBrush, потому что здесь вот эту вот часть. Так, через Alt, Claim. Так как-то надо. Здесь прям потоньше. Поглубже делать. О. Ну, когда вы лепите, есть такие вот моменты, где сильно дюжить там четкости не надо. Это вот, допустим, уши. Если они не будут где-то прям явно видны. Допустим, сейчас вот я буду делать персонажа, когда вот именно в костюме, уши мне
будут не нужны, я их срежу. И сделаю здесь просто как, ну, вот, маска будет такая натянутая. Ну, короче, посмотрим, как это все дело получится. Так, что еще? Так, здесь у него вот эта часть чуть-чуть повыше. Вот это. Угу. Здесь вот тоже чуть-чуть больше напухшее. Как бы поквадратнее лицо. Так, здесь вот. Тут-то вот так. Здесь что-то этакое. Здесь, значит, у него впадина. И вот здесь вот, что я забыл. Это значит, вот эту часть. Ага. А вот эту часть нужно немножко. И плюс, значит, так у него как-то идет. Здесь у него тоже, значит, пустота. Так, здесь вроде бы все нормально. Так, что еще? Здесь у него идет, значит, мышца вот эта. Так, а здесь идет пустота и вот эта выгвоздка. Угу. Так, скула. Интересный такой типаж. Вот, кстати, мужские лица интереснее лепить, чем женские. Не знаю, лично для меня. Здесь и складок побольше, и разные у них черепа, строения. И как-то все на шрамах, как-то все больше на каких-то полосах. Так, а, это вот здесь, значит. Ух ты, интересно, у него как-то тут идет. Так, так, здесь, значит, вот эта шишка над ртом. Здесь у него получается вот такая впадина. И вот здесь вот так вот. И вот тут вот. Ага. Ну вот такая штука у него. Угу. Только вот это теперь слишком много. Ее нужно прижать вот сюда. Во. И вот это все выглаживаем. Так, так, так. Ага, вот в чем проблема. Вот эта скула. Здесь повыше подъем. Во. Вот так, а здесь как бы квадрат. Во. Вот теперь вроде бы он. Ну, вот такая болванка. Все это дело будет дорабатываться. И потом я покажу в ZBrush, как уже тело, голову, костюм делать. Ну, такая серия будет по Человеку-пауку. Все, всем пока, до свидания. Вот такая болтология. Вот так все здесь дело происходит.